Одному Богу известно, что здесь творится. То жена заболела, то лошадь свалилась. Я купил у Вальтера жеребца. 300 талеров вот. Выходит, собственный Шурин надул. Ты, жена, не вздумай помирать. Нынче столько народу на воду приезжает. Раньше и половины того не было. Но прежние это были с деньгами. А эти все норовят, как на Шермака. Ганна. Я ведь тебе соврал. Передник-то я тебе привез. В телеге во дворе. Где же ты? В бодейке, сбегай, погляди. Все-таки привез ей передний. Все-таки привез ей передний. Вы одна, фрау Геншель? Все-таки привез ей передний. Это я, фрау Геншель. Вам, может быть, что-нибудь показалось? Я не разбудил вас. Это я, Зибенгар. О, да вы, кажется, все еще меня не узнаете. Да что вы, как можно? Я узнаю вас. Вы наш господин Зибенгар. А может, мне это приснилось? Очень может быть. Ну, а теперь как вы себя чувствуете? Вы ведь наш господин Зибенгар, правда? А вы меня, кажется, за своего мужа приняли? Не знаю. Не могу сказать. Мне показалось. Я вот вам тут вина капельку принес для подкрепления. Позвольте, я немного поправлю подушку. Кажется, вы неудобно лежите. А что, доктор? По-прежнему постоянно вас навещает? Не знаю. Они совсем меня одну забросили. Нет, вы Зибенгар, я знаю. Я вам кое-что скажу. Вы всегда были добры ко мне. У вас доброе сердце. Я боюсь. О чем это вы? Я, наверное, скоро умру. Ну, фрау Геншель, что вы такое говорите? Да. А когда умру, что с Густаль будет, моей дочери? Фрау Геншель, вы же разумная женщина. Что с ней будет, когда я умру? Вот послушайте меня, фрау Геншель. Видите ли, вот когда лежишь неподвижно в постели неделю за неделей, вот как вы сейчас, в голову всякие глупости и лезут.
Какой только вздор не представится, вот тут-то и нужно взять себя в руки, фрау Геншель. Вот еще новость, какая чепуха. Ну-ка, выкиньте из головы сию же минуту. Вот еще блажь. Эх, милые мои, не верите вы мне. Я-то знаю, что говорю. Я вам сейчас вина принесу. И ничего вы не знаете. В том-то и беда, что вы сейчас ничего не понимаете. А потом вспомните и сами же смеяться будете. Разве он не бывал у нее в каморке? Кто? У кого? Геншель. У девки. Что? Ваш муж у вашей работницы, у Ганны? Ну, знаете, тот, кто вам это сказал, просто гнусный лжец. А когда я умру, он на ней женится. Фрау Геншель, милая фрау Геншель, у вас просто больное воображение. Здравствуйте, господин Зибенгар. О, что с тобой, Мальхин? Почему ты плачешь? Геншель, не оставляйте жену одну. Кто тебя обидел? Отстань от меня. В чем дело? Уходи. Оставьте сейчас вашу жену в покое. Вам в могилу меня надо свести. Сделайте милость, молчите. О чем ты, Мальхин? Не притворяйся. Ну, объясни мне толком. Я вас сквозь стены вижу, как бы вы ни прятались. Одно запомни. Если я умру, то и Густаль, наша дочь, умрет. Я ее с собой возьму. Лучше удушить, чем отдать этой девке проклятой. Ну, мать, что это тебе в голову взбрело? Вам в могилу меня надо свести. Перестань, мать, перестань, не выводи меня из терпения. Спокойнее, Геншель. Ведь она больна. Да, я больна. Кто сделал меня больной? Вы оба. Ты и твоя девка. Хотелось бы мне знать, кто вбил в голову тебе такую чушь? Девка и я. То разрази меня гром, если между нами что-нибудь было. Кто привозит ей ленты и передники? Ленты и передники? Да, ленты и передники. Перестань, мать, перестань. Что она не сделает, ты всем доволен. Разве ты хоть раз на нее рассердился? Разве не она в доме за хозяйку? Замолчи, мать. Выслушай меня. Тебе молчать. Ты ничего не понимаешь. Фрау Геншель, милая фрау Геншель, ну-ка, возьмите себя по-настоящему в руки. Вы сами хороши, сами ведете себя точно так же. А бедные жены из-за вас пропадают. Ну и пусть пропадают. Мать, а ну-ка, давай с тобой поговорим по-хорошему. А ну-ка, поднимись. Поднимись, мать, поднимись. Что это, а? Тебе что, что-то приснилось, а? Ну как, приснился какой-то сон. Наш пес и тот иногда сны видит.
Ну, проснись, проснись, мать. Ты сейчас такого вздора напряла, что если это взвалить на самую большую телегу, и та не выдержит. У меня еще до сих пор голова кругом идет. И меня заодно отчитали. О, да не обижайтесь. Господин Зибенгар, не обижайтесь. Вот ведь какая женщина, а? Пойди управься. Лучше выпейте-ка вина для подкрепления. Ну-ну-ну, мать. Ты выздоравливай. Выздоравливай. Вот так. А то еще чего доброго. В один прекрасный день скажешь, что я украл лошадей в Булькингайме. Ну, ложись. Ложись. Вот так. Ну, я попозже загляну. Если бы только знать. Что еще? Скажи, если бы я умерла, ты бы на ней женился? Ну, зачем ты глупости спрашиваешь? Да или нет? Нога, не, ну, еще бы. Серьезно говори. Нет, вы послушайте, господин Зибенгар, а? Вы только послушайте, ну, что ж тут ответить? Ну, ведь ты же не умрешь. Но если? Я не женюсь на ней. Можешь обещать. Что обещать? Что не женишься на ней. Обещаю. Дай руку и поклянись. Но я же сказал. Все знаешь. Ну и довольна. И не приставай ты больше ко мне с такой чепухой. Вот, Ганна, в гости к тебе пожаловал. Бог в помощь. Слушай, не ржусь, у тебя горячая водичка, а? Оставь меня в покое, сколько раз тебе говорить. Что я такое делаю? Скажи на милость. Не бегай за мной. Нового дела. Для меня старое. Оно видно. С каких пор, Ганна, а? С тех самых, как на свет родилась. Да ты врешь, Ганна. Только ты не думай. Ты не думай, что я такой болван. Я и раньше кое-что замечал, только думал, ты образумишься.
Вот и образумилась. Конечно. Конечно, я-то... Я-то ведь гол, как сокол. А у Геншеля денег полный ларь. А что? Не задумывал ли ты за Геншеля выйти, а? Что? В точку попал, да? Это мое дело. Тебя это не касается. Пусть каждый сам о себе заботится. Ну, вот я и позабочусь. Пойду к Геншелю и скажу, что Ганна за меня обещала пойти. Что дело у нас уже слажено было. Попробуй только. Попробую. Ты о себе заботишься. И я о себе позабочусь. Раз ты такая, то и я такой. Попробуй только. Не нужна ты мне больше. Хоть сама бы на шею бросилась. Такая баба поганая. Мне ни к чему. Чехотки в плену, ноги я протяну. А где Геншель? На кладбище он сегодня. Ах, да. Ведь сегодня день рождения его жены. А не знаете, когда он вернется? Я вообще не знаю, зачем он туда поехал. А, ну да, ведь сейчас же самая работа начинается. Ох, у господина Вермельскирха в пивной тоже. Хлопот прибавилось. Глядя на вас, не скажешь, что вас много. Да? Думаете, привираю? Ох, а вы знаете, сколько народу у меня сегодня обедает? Во-первых, контрабас. Во-вторых, виолончель. В-третьих, две первых скрипки и три вторых. Нет. Три первых и... Нет. Ну, в общем, короче говоря, 10 человек из курортного оркестра. Вы знаете, сколько жрет один контрабас? Черт подери. Куда это меня занесут? Вы не туда попали. Вам назад надо. Скажите, это, по всей видимости... билетаж. А вы что думали? Что это конура собачья? Нет. Здесь внизу живет самая знать. Фройлен, знаете что? Пойдемте вместе. Ну, вы покажете мне дорогу. С вами я бы ничего не испугался, даже если вы... Бог знает, куда меня завели. Хоть в подвал, хоть на сеновал. Ступай-ка своей дорогой. Ступай. Хорош гусь, нечего сказать. У нас и своих кобелей довольно. Да, извините. Да нет, что? Но мы с вами об этом еще поговорим. Правда, фройлен? Ну, конечно, обязательно поговорим. Позднее, в другой раз, когда у меня будет время. В другой раз, небось, не заблудится. Зибингер
покажет ему дорогу из кухни в столовую. Так не знаете, когда Геншель вернется? К обеду будет. Что передать ему? О, да, да, да. Передайте ему, пожалуйста. Только не забудьте. Передайте ему привет от меня. Чего шалите? Я догадываюсь. А догадки – товар беспошлинный. Мое почтение. Ах, лучи хопки в плену, ноги я протяну. Если бы этот Геншель не был таким простаком. Доброе утро, сударыня. Кто вы такой? Я Фабик из Квольсдорфа. Неужели не узнаете? А я к вам с поклоном от вашего батюшки. Что, денег опять будет просить? У меня у самой нет. Да я ему то же самое говорил, а он не поверил. Вы одна здесь, сударыня? А в чем дело? Побеседовать кое о чем надо. Добрый день, молодая хозяйка. Ну, во-первых, я никакая не хозяйка. А за что купил, зато и продаю. Люди так говорят. Геншель, что умерла? А по мне пускай говорят. О, и я тоже самое всегда так поступаю. И до чего же люди на меня наговаривали? Будто я в Альтвассере голубей стащил, а? И вот увязалась как-то за мной собачонка. Сейчас пошли разговоры. Украл бы. Ну что, у вас дело ко мне. Тут давайте, выкладывайте. То же самое всегда так говорю. Да чего же люди любят разводить антимони? У самих какое-нибудь тряпье несчастное. А шума вокруг этого столько, словно имение продают. Ну, ладно, я не буду вас долго задерживать, молодая хозяйка. То есть я хотел сказать, молодая сударыня. Итак, речь пойдет о... Вот вам добрый совет. Лучше всего сказать об этом Геншелю сейчас. Ведь он с вас головы не снимет. Если только ты вздумаешь болтать. Если только вздумаешь. Кто вы? Я Фабик из Квольсдорф. Покупаю тряпки, мебель, ношеную одежду и все, что попадется. Ступай-ка ты вон. Анна, ты где? Я здесь. Я у Густы на каморке. Да-да, это хорошо. Это хорошо. Горе ты мое, горе.
Сейчас обед подам. Не могу, не хочется. Нельзя так убиваться. Надо себя в руки взять. Надоел мне этот извоз. Надоел. Нагружай старую колымагу больными и перетаскивай их через гору. По мне пропади все пропадом этот извоз. Лошадей к живодеру, повозки на дрова. Потому что вам очень много самим работать приходится. Вон, старик Галфа еле шевелится. Не мое это дело, а уволила я бы его на ваше место. Мне нужно сказать вам одну вещь. Мой брат требует меня к себе. Мне придется уйти. Девчонку вам только вашу жалко, но нельзя иначе. Ганна, ты что, в своем уме? Не болтай глупостей. Ганна, как же ты можешь уйти сейчас, как раз теперь, а? Я что, обидел тебя чем? Ганна, а кто же за Густаль присмотрит, если ты уйдешь? Разговоры, по крайней мере, вон кончатся. А то вон люди болтают, что я подлаживаюсь, в хозяйке мечу. Я себе другое место найду. Нет, нет. Нельзя мне оставаться. Доброе утро. Я вам не помешал? Что вы, милости прошу. Вот опять мне лечиться приходится. Снова с горлом что-то неладно. Ну да ведь тоже же человек от чего-нибудь умереть. Нужно пить воду из нашего источника, она-то уж вылечит. Да, я и так пью. Только не Мельбронинскую и не Обербронинскую. Наш источник лучше всех. Сегодня день рождения вашей жены? Да. Сегодня ей бы исполнилось 36 лет. Просто не верится. Ну, сейчас вам, наверное, Геншвиль, лучше побыть одному, а как-нибудь уж в другой раз, ну, хоть завтра, я тогда поговорю с вами об одном деле. Ой, побей уж лучше сейчас. Да, я насчет той 1000 талеров. О, не договаривайте, господин Зибенгард, держите их до зимы. За вами деньги не пропадут. Сейчас не в них суть. Ну, в таком случае, Геншель, очень я вам обязан. Вы мне просто большую услугу оказываете. Ну, вот и договорились. Да-да-да-да-да. Вы знаете, я иной раз сам удивляюсь. Ведь в этом доме я вырос. А вот сейчас, кажется, если бы хоть кое-как разделаться с долгами, я бы уехал отсюда с легким сердцем. У каждого своя беда. Как определить, кому хуже? У меня тоже свое горе пройдет, Лена. Никак прийти в себя не могу. Время возьмет свое, Геншвиль. Не надо только поддаваться горю. Вам нужно больше бывать на людях. Больше видеть, больше слышать. При случае стакан пива выпить. С головой уйти в работу, а не изводить себя скорбными мыслями. Слезами и горю не поможешь, стало быть, надо вперед лететь. Да, ваша правда. Вы ведь живой человек, Геншель. Вы ведь
Мужчина в цвете лет, вам еще много дел предстоит в жизни, да мало ли что еще вас ждет впереди. Совсем не обязательно забывать свою жену, напротив. Да такой человек, как вы, никогда ее и не забудет. Но чтить ее память надо разумно. Ведь ее же все равно не воскресишь. Вы знаете, я давно за вами наблюдаю. И про себя решил поговорить с вами по душам. Очень уж вы убиваетесь. И куда от этого денешься? Вы правы, конечно. Ведь за дело примешься, все кого-то не хватает. Но четыре глаза видят лучше, чем два, да и четыре-то руки не то, что две. А летом сколько возни с каретами? Кто дома за хозяйством присмотрит, шуточное ли дело? Да ведь Ганна, по-моему, с работой справляется. Вот она как раз сейчас отказывается от места. Нет, нашему брату без жены нельзя. В том-то и беда. Женитесь, Геншин? Да, оно бы, конечно, лучше. Без жены нашему брату никак нельзя, пропадешь. Так вот внезапно все случилось. Так вот вдруг среди всех дел взяла и умерла. Сказать вам правду, извозное дело пошло на убыль. Скоро здесь железная дорога пройдет. Мы с женой скопили немного денег. Хотели небольшую гостиницу купить, но без жены затевать ничего нельзя. Ну, не останетесь же вы вдовцом на всю жизнь. Хотя бы из-за ребенка жениться нужно. Так вот я то же самое говорю. Да нет, если вы намерены жениться, только серьезно намерены, то чем скорее вы это сделаете, тем лучше. И для вас лучше, и для ребенка. Откладывать только из-за того, что люди осудят, это глупо, Геншель. Право же, глупо. У вас есть кто-нибудь на примете? На примете есть кто-нибудь? Если кто на примете? Да. Как вам сказать? Есть. Но взять я ее не могу. Почему? А разве вы не знаете? Я? А откуда же мне знать? А вы подумайте... чуточку. Да нет, никак не соображу. Я ведь жене обещание дал. Ах, вот оно что. То есть вы хотели бы взять в жены... работницу вашу, Ганну? Да. Крепко засела в голове у меня эта мысль. Чего таиться? Иной раз среди ночи проснусь и два часа никак не могу заснуть. Все думаю, думаю, и никак я не могу выкинуть это из головы. Ведь девка-то она хорошая. Правда, малость молода для меня старика, зато в работе четырех мужиков за пояс заткнет. И за густаль приглядит не хуже матери. Все до последней полушки помнит, хоть через 6 недель спроси. Ну что ж, если вы во всем так убеждены, то... лучшей жены я бы не желал. Но я не могу. Я не могу выкинуть это из головы. Да, я теперь смутно припоминаю. Это было, кажется, в самые последние дни. Но, говоря откровенно, я не придавал этому такого серьезного значения, ведь ваша жена находилась всегда в очень неспокойном состоянии. Объяснялось, конечно, болезнью. Здесь главный вопрос, по-моему, не в этом. Главный вопрос здесь совсем другой, а...
действительно ли Ганна вам подходит? Нет, нет, у нее масса достоинств. Масса достоинств, но кое-что мне в ней не нравится. Ну, впрочем, кто же без недостатков? Говорят, у нее есть ребенок? Да есть, но я наводил справки. По мне тут беды никакой нет. Девка она молодая, кровь с молоком. Как ей не оскоромиться? Ну что ж, ей меня нужно было дожидаться. Ведь она и ведать обо мне не ведала. Спелые груши на ветках не держатся. От этого мне горя мало. Так зачем же тогда дело стало? Остальное пустяки. Ну, если и не совсем пустяки, такое не забывается. Я понимаю, все равно. От остального вы обязаны отрешиться. А не жениться из-за этого. Просто глупость. Я и сам себе не раз говорил это. Не раз. Ведь она всегда желала мне добра. Я о жене говорю, когда она еще здоровая была. Она всегда желала, чтоб мои дела шли лучше, разумеется. Но не станет же она сейчас мне поперек дороги. Разумеется. А вот сегодня я был на могиле. Госпожа хозяйка венок прислала. Спасибо ей. Дай, думаю, схожу. Может, надоумит решение какое принять. Мать, говорю я. Ну, в мыслях, конечно. Дай мне знак. Да или нет. Как выпадет, так и будет. Я полчаса стоял, молился. Все объяснял. Ну, про себя, конечно. И насчет Густель. И что с делами не справляюсь. И насчет гостиницы. Не дала она мне никакого знака. Пусть мертвые спят спокойно. Вы ведь живой человек, Геншель. Ну, скажите, зачем вам все эти знамения и чудеса? Мы ведь все можем рассудить и собственным разумом. Да, 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 да. Идите своей дорогой, и все. На своем судне вы, капитан, а всякую блажь за борт. Да нет, чем я больше думаю об этом деле, тем яснее оно мне становится. А ты что думаешь на этот счет, Ганна? Откуда же мне знать, про что у вас разговор тут шел? Ну, хорошо, я тебе потом все объясню. Ну. Всего вам самого доброго. Дай Бог вам счастья. Будем надеяться. Я за вас не боюсь. У вас всегда была счастливая рука. Ох, не сглазить бы, господин Зибенгар. Плюнуть надо 3 раза.
Хотела бы промолчать, но уж больно-то вы добры. Ты о чем? Обирают вас дочисто, вот что. Ты думаешь, он у меня денег приходил просить? А что же еще? Стыдился бы попрошайничать у бедняков. Сама не знаешь, чего мелешь, Ганна. Небось, знаю. То-то, что и не знаешь. Да и не можешь знать. Когда-нибудь поймешь. Скажу-ка я в трактир. Выпью кружку пива, первую за эти 8 недель. Потом пообедаем вместе. А после обеда и потолкуем, как все устроится. Тогда и видно будет. Или у тебя нет охоты? Вы же сами сказали. Тогда видно будет. Вот я сейчас говорю. Тогда увидим. Почему ты вчера не пришел? Господин Звенгар был сейчас здесь? Что тебе здесь нужно? А я только хотела спросить, был здесь сейчас господин Звенгар или нет? Что тебе нужно здесь? Ой, надоело в пивной прислуживать? Это еще не так страшно. О, ну, конечно, будь они знатные господа. А то кучера, шахтеры, служители при источниках. Официанты. Мне это не подходит. Опять начали. Наверх и танцуй там с ними. Ступай, ступай. Если бы мне можно было. Вот бы мне сейчас потанцевать с господином Звенгаром. Он бы опомниться не успел, как я бы его поцеловала. Thank you.
ваш муж, правда, Геша? Весь в морщинах, да? Я бы его тоже не стала целовать. Убирайся отсюда. Доживешь до моих лет, тогда узнаешь, что такое найти себе здесь мужа. А я замуж не собираюсь. Я подожду, пока приедет сюда какой-нибудь благородный господин. Лучше всего русский. Летом на воды. И увезет меня отсюда. Далеко-далеко. На край света. А я вам оттуда письмо пришлю, фрау Геншель. Вот то-то и беда. Вон отец с матерью точно такие же. Порядка у вас в пивной нет. Развели там цыганский табор. Вели бы дело как следует, уже бы деньги вон в рост сужали. Ой, мы не такие скупердяи, как вы. Я не скупая, но я просто деньгам счет знаю. Да? А люди говорят, что вы скупая. А мне плевать на людей, поняла? И на тебя тоже. Только убирайся отсюда. Надоела мне твоя болтовня пустая. И больше сюда не приходи, небось не соскучусь. А знаете, что еще говорят? Как бы о себе что-нибудь не услыхать. Кто знает, что там у вас с Зибенгаром? Вам обоим известно, и мне известно. Ганхен, не найдется у тебя чего-нибудь согревающего? Почему вчера не пришел? Ну, ты что думаешь, я каждый день отлучиться могу, что ли? Я на силу сегодня ты вырвался. Вчера сидели до 3 часов ночи. Что же это было такое? Заседание пожарной дружины. Они купили новый насос и решили устроить торжество по этому поводу. Вчера у них и было вот... заседание. Им бы только напиться. А я сидела одна. Ждала тебя до поздней ночи. Потом слышу шум. Думала, ты, это должна быть птица какая-то об окно ударилась. Я так злилась, я до утра уснуть не могла. Я и сейчас еще злюсь. Ну, к чему себе портить настроение? Кому это нужно вообще? Нет, правда. Вы чего же так выходит, что ничего мне не удается? Да этот Геншель целыми днями дома сидит, а уедет недолго, так время даром пропадает. Нет, но сегодня-то время есть. Он ведь, кажется, только в понедельник приедет. Кто знает. Почему же, что-то мне невдомек? А вот все норовит дома сидеть. Это раньше куда лучше бывало. Целым неделям бывал в отъезде. Теперь ворчит, если хоть одну ночь не дома ночевать надо. Скажет, вернусь через 3 дня, а сам через 2 дня дома, а то глядишь и на завтра. Николай.
Ах ты мой милый Августин, 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 ах ты мой милый Августин. Все пройдет, все. Родяне, там уже еще бичом так щелкнул. Черт подери! Только ведь согреваться начал. А теперь сматывай удочки. Совсем у меня другие мысли были. Оставайся здесь, я тебе говорю. Ох, оставайся. Оставайся, я тебе говорю здесь, кого мне бояться. Геншеля, что ли, он у меня и пикнуть не посмеет. Вот еще новости. Говорила тебе. Вчера надо было приходить. Геншеля! Вчера надо было приходить. Геншельша! Геншельша! Муж твой там, на дворе! Вальтер? Добрый вечер! Я на минуту зашел только с тобой поздороваться. И опять на коня. Ох, каких рысаков мы добыли! Тебе он гостиниц припас. А я думала, да вы в понедельник вернетесь. А так бы оно и вышло. Да мы только до Канта верхом скакали, а дальше по железной дороге. Пришлось лошадей погрузить, а то бы они и шеи, и ноги сломали по такой гололедице. А это еще что за мужчина? Прямо невидимка какой-то. По железной дороге, конечно, быстрее. Ты как Жорж, официант. Ишь ты, барон. Ну ведь в звезде, в трактире звезда же, заработки получше. Вот мои дела и поправились. Здесь же я совсем поизносился, чуть не голый ходил под конец. А теперь вот снова приоделся. Ну-ка, Геншельша. Угадай, что он тебе привез. Что еще такое? Рада ли будешь? Там посмотрим. Смотря что привез. Ну, я пошел. А то от жены достанется. И я с тобой. До свидания, госпожа Геншель. Но вы же хотели поговорить с Геншелем. Да нет, мне не к спеху, я в другой раз. Да, да, если у вас к нему дело, лучше отложите до завтра, Жор. Сегодня ему не до разговоров. Знаешь, что он привез тебе, Геншельш? Будет болтать-то. Что он мог мне привезти? Что? 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 Дочку он тебе привез. Вот что. Посмотри, кто к нам пришел.
Ну, подойди поближе и скажи: добрый вечер, мама. Добрый вечер, мама. Прощайте, я лучше завтра загляну. Что тебе здесь нужно? Что? Я каталась верхом на лошадке красивой. Ну, стало быть, мы ее здесь и оставим. А что с тобой, Ганна? Почему ты плачешь? Ну, кто тебя обидел? Я думала, вы только в понедельник вернетесь. У меня ничего нет на ужин. Ну, кусок хлеба с салом, верно, найдется. На что ж ты похожа? Ты ей купи поскорее что-нибудь из одежды, а то она совсем продрогла дорогой. Хорошо, что у меня были попоны. А лучше всего в лохань ее сразу. А лучше всего оставим бы ты ее там, где она была. Ты что-то сказала? Ничего. А мне показалось, ты что-то сказала. В лохань, а потом в постель, да в головке поищи. Там что-нибудь найдется. Я хочу к дедушке. С мамой. А мама у нас хорошая. Да не дергай ты ее так, не дергай, она же девочка. Перестань реветь, я тебе сказала. Я тебе сказала, перестань реветь. Этого еще не хватало. Я очень рад, что она у нас. Ганна, ведь самое время было ее взять. А то ведь пришлось бы искать девочку на кладбище. Не так уж ей там плохо было. Будьте здоровы, я пошел. Да подожди, подожди. Мы сейчас по стакану Грога выпьем. Да, если Гром в доме был. Ну, сходи. Возьми его у Вельмерскирха. Я этих людей знать не желаю. Да нет, мне домой пора. Еще добрых полчаса тащиться. Не стану тебя утруждать. Кто про это говорит? Никто. И я ничего не сказал. Зачем я буду ссориться? С тобой лучше не связываться. Счастливо. Передавай привет жене. Слышишь? Слышу. Передам. Не забудь. Не забуду. Я сделал что-нибудь не так? Что же я теперь людям скажу? Не станешь же ты своей собственной дочери стыдиться? Да кто про это говорит? Но ты же меня сам перед ними всеми очернить хочешь. Пей молоко и спать иди. Что же они теперь обо мне скажут? Сначала в Кольсдорфе, теперь уже здесь. Мало я намучилась.
Ты и дальше так будешь. Что я сделала плохого? Что? Ну ведь она же девочка. Разве с ней можно так? Не бойся, я ее не съел. Не знаешь, чем на тебя угодить. Я же у тебя никогда ничего для Барты не просила. Но я же тебе даже не напоминала о ней никогда. Вот именно потому, что ты молчала, я хотел помочь тебе. Спрашивать надо. Прежде чем такие дела делать. Ну вот что я тебе скажу. Сегодня суббота, я спешил домой, торопился, хотел пораньше приехать. Я не думал, что ты нас так встретишь. Ну что ж, тут я ничего поделать не могу. Только оставь меня в покое, слышишь? Никто к тебе не пристает. Слышишь? Я хочу покоя и больше ничего. Я же не замышлял ничего дурного. Густель умерла. Мать ее с собой забрала. Мы с тобой одни остались. Кроватка пустая стоит. Почему бы нам не взять девочку? Я ведь ей не отец, и то так думаю. А ты же мать. Вот. Уже попреки начались. Перестань. Если ты не перестанешь, я уйду на всю ночь к Вельмирскирху. Ты меня совсем хочешь выжить из дому. Я думал, что мы с тобой заживем по-другому. А теперь вижу, становится все хуже и хуже. Я думал, если дочка с тобой будет, ты образумишься. А не кончится это тогда... Вот тебе мое слово. Если она останется в доме, ты хоть кому-нибудь скажешь, что это моя дочь. Зачем же говорить, когда об этом всем известно? Убегу я отсюда. Беги, беги. Катерью дорога. Пусть тебе всю жизнь стыдно будет. Пусть всю жизнь стыдно. Жизнь стыд.
Франциско! Франциско! Франциско, два пива. Маэстро, можно сначала? Когда я был аркадским принцем, я жил богато. Ну, дальше. Да ничего, кроме кашля, не получается. Да. А впрочем, попробуем еще раз. Не надо. Маэстро. Да, почему не надо? Когда я был аркадским принцем, я жил богато. Зла. Ну, дальше. Ну, черт с ним, с принцем. Да нет, ну хорошо же выходило, правильно? Ничего, кроме кашля, не получается. Ну, перестаньте, замечательная камерная музыка. Да, камер-егерская музыка. Ну хорошо, пускай будет камер-егерская, я не вижу здесь особой разницы. Я тоже. А чему вы смеетесь, фрейлин Франциско? А? У вас великолепные лакированные ботинки. А-а-а. Ну, а как же? Не могу же я ходить босиком, правда? Дайте-ка вот этому еще стаканчик. А я не откажусь от рюмочки данцигской, фрейлин Франциско. Что это? Мать. Да, действительно, ботинки у меня хороши. Да? Ну так, 4 таллера как-никак заплачены. О, 4. Что же, я могу себе это позволить. В трактире меч, на заработки жаловаться нельзя. Конечно, когда я служил в «Звезде», о лакированных ботинках нечего было и думать. Благодарю вас. Так значит, меч вас больше устраивает? Такого симпатичного хозяина, как теперь, мне просто за всю мою службу не попадал. Мы с ним как два друга. Больше того, как два брата. Ну, да. При желании я мог бы быть с ним просто на «ты». Да. Конечно, с Зибингаром на «ты» не вышло. Что прикажете, господа? О, благодарю вас. Я благодарю вас, господа. Кто высоко заносится, знаете ли, тому не миновать упасть. Вот недельки через 2-3 будет аукцион, и я еще господина Зибингара золотые часы куплю. Ну, вы бы вот сразу купили весь дом. Ну, с этим пока придется повременить. А, кстати говоря, этот дом уже продан. Ваше здоровье, господа. Подождите, если вы выпили сейчас, не беда, сейчас еще найдем. Господа, сейчас найдем еще. Фамилия покупателя, кажется, Экснер. Да, Экснер. Он только разливом воды займется, а гостиницу в аренду сдаст. Я бы ее хоть сейчас арендовал, будь у меня деньги. А вы попросите у Геншеля. Он вам даст. А что вы думаете? Вполне возможно. Ну да. Вы ведь в хороших отношениях с его женой. А, собственно, почему бы мне не быть с ней в хороших отношениях? Она, знаете ли, совсем не дурна. И вообще, кто с умом за дело возьмется, тут из баб веревки видеть может. Ну, если вы из Геншельса веревки видеть можете, значит, вы мастер своего дела. О, доброе утро, господин Зибингар. Доброе утро, господин Зибингар. Доброе утро. А я вам уже трижды сказал, что в моем доме вам делать нечего. И если вы не усвоите этого на будущее, то мне придется исправить вашу память с помощью жандарма.
Прошу прощения, господин Зибинга, но я же пришел не к вам. Если вы еще раз попадетесь мне на глаза, то я велю работнику вышвырнуть вас вон. Пожалуйста, имейте это в виду. Схожу-ка я в бильярдную. А вы, кажется, пели, господин Вельмерских. Так продолжайте, пожалуйста, не смущайтесь. Что? Я пел? Да, я слышал. Быть этого не может. Нет. Нет, впрочем, если вы говорите, что я пел, значит, так оно и есть на самом деле. Вы позволите присесть рядом с вами? Да, позвольте. Конечно. Прости. Франциска! Франциска! Принеси мне Грецеру. Господа, господа. А ведь подумать только, 3-4 года назад у вас совсем не было голоса. Все-таки ваше здоровье очень поправилось. Да, вы правы. Вы правы. Какой мне от этого толк? Кое-как выкарабкался, теперь кто знает, что опять будет. Благодарю. Сейчас тебе принесу. Ну, а что же может произойти? Что вы хотите сказать? Нет, нет, я не могу сказать ничего определенного. Я сам толком ничего не знаю. Просто чую, что будут у нас перемены. Кроме шуток, у меня ведь много разных примет. На то я и старый комедиант. Вот когда вода мне так помогла, я решил все. Никакими силами меня отсюда не выгонишь. А? И правда. Прошло и месяца, как я сел здесь со всем своим хламом. Ну, теперь опять придется поворачивать оглобли. Кто знает куда. Да, кто знает куда. Такова жизнь. А я, знаете ли, даже рад этому. Вы еще молодой человек. Вы еще в цвете лет. Другое дело, я старый пес. Если мне откажут, то есть, ну, я хочу сказать, что если я лишусь последнего куска хлеба, куда мне деваться? Да хоть шарманку заводи, а? Франциска будет деньги собирать. А что, я бы не постеснялась, папа. Ну, конечно, если бы золотые сыпались. Да. Папа, ну зачем ты так говоришь? Ты можешь опять вернуться на сцену. Ой, в балаган. И то бы не взяли, дитя мое. А что, разве новый хозяин вам что-нибудь говорил? Ведь в общем и в целом он собирается оставить все по-старому. Так, по крайней мере, он мне сказал. Видно, к общему и целому я не принадлежу. Господа, музыку! Господин Зибингар, я должна вам сказать. Батюшка. Господин Зибингар, я многое перетерпела на этом веку, поверьте мне, но так как с нами здесь обошлись, это уже, я не знаю, это просто слов нет. Это чистейшая, чистейшая подлость. Батюшка. Это гнуснейшая низость. Батюшка. Это самое настоящее издевательство. Поверьте мне, господин Зибингар. Мать, сделай милость, укройся за своим бруствером. Подожди, Людвиг! Мать. Что сделала наша Франциска? Этой негодяйке! Этой мерзавке! Обоставь, ну, мама! И не подумаю, нам что ж так и молчать? Нам так и терпеть? А? Если нас лишают здесь последнего куска хлеба, если она распускает сплетни о нашей девочке дорогой! Господин Зибинга, разве наша Франциска к вам когда-нибудь приставала? Вы мне ответьте. Она приставала к вам? Мать, или нет? Мать, а теперь? Ответьте, мать, только, а теперь и все. Пойдем, приставала пойдем, к нему отдохнем, или нет? Пойдем, отдохнем, вы мне ответьте. Пойдем, отдохнем, вы мне ответьте. Пойдем, отдохнем, приставала она или нет, а? А вот эта реплика тебе удалась на славу. Сегодня вечером, господа, мы еще раз порепетируем. А в сущности, она права. До меня ведь тоже доходят слухи, будто Генша собирается арендовать пивную. Ой, конечно, конечно.
Это дело рук его жены. А чьих же еще? Бес в ней сидит в Геншеше. А уж на пивную она давно зарится. А вас что-то давно не видно, Гауф. Где это вы? Пропадаете? Что сказать? Пропадаю. А из-за кого пропадаю? Вот. Вот из-за этой. Бабы проклятущие. Из-за кого же еще, скажите на милость? Ну... Вот с Геншелем мы всегда ладили. Так его жена в доме верховодит. А я? Я, говорит, не справляюсь. Ну, конечно, куда мне до молодых? Я ведь за юбкой ее бегать не стану. А ей именно этого и надо. Я-то знаю. Как бы сказать ловче, она же все не насытится. А работы, работы я не боюсь, я работать могу. А она же молодых парней нанимает. А все сплошь лодыри паршивые. А я же втрое против них наработаю. Да, жаль. Жаль старика Геншеля. Ну, если он доволен, мне-то какое дело. Ну... А то, что я шевелиться медленнее стал, это бы ему надо знать от чего. Небось, не от лени. Коли у него нынче денег полон сундук, то добрая доля моим потом нажита. Да, вы ведь помнится еще у отца Вильгельма Геншеля служили. Ну а как же, я и Вильгельма. 18 лет за лошадьми ходил. Да, и запрягал, и распрягал, и в поездки ездил, и зимой, и летом. То во Фрайбург, то Бреславль, а то бывало Бромберг. Сколько ночей в телеге пришлось переспать. Уши бывало, ноги отмораживал. Да. А вот на ногах до сих пор волдыри, что твои груши. Да, а теперь меня долой. Теперь я не нужен. Это все Геншельше. Ну, он-то человек славный. Нет. Он навязал себе бабу на шею. Вот сам пусть теперь выкручивается. Ведь небось не думал, что все вот так будет. Кто ведь не знал, что она такая? Я ее знал. Лучше некуда. Спросил меня. Уж я, по-моему, рассказал. Вот если бы он хотел Густаве на тот свет отправить матери вдогонку, то самое верное дело было бы взять ей в мачехи Ганну. Еще за это поплатится. Вот если бы мертвецы с того света возвращались, у покойницы Геншельши, наверное, нашлось бы, что рассказать. Да она не хотела больше жить. Не могла. А главное, не должна была жить. Смотрите, Гауф, и будьте осторожнее. Если это дойдет до Геншеля, то... А мне опасаться нечего. Я ведь любому в глаза скажу. Старая Геншельша должна была умереть. Отравили они ее. Ну, или что это, я не знаю, я при этом не был. А только ведь сами собой-то такие дела не делаются.
Ведь она здоровая была женщина. Еще лет 30 прожить могла. Что она на здоровье не жаловалась, я свидетель. Как же она родной сестры не знать? Мешала она. Вот и убрали. А вот это уж, во всяком случае, сплетни и болтовня. Господа, а никому не угодно табачку? По-моему, вы заходите слишком далеко. Приглядитесь к Геншелю получше. Он вчера здесь сидел до самого закрытия. Никого, кроме него, в пивной не было. И он так тяжело вздыхал, что мне от души его жалко стало. Видать, совесть заедает. Господин Зибингер прав. Геншеля пожалеть надо. Ну и пусть жалеет, кто кого хочет. А как мне о Геншеле думать, это мое дело. Ни в чьих советах не нуждаюсь. О, милости просим, господин Геншель. Доброе утро. Ну, Берта, ну как твои дела? Не знаю. Да что ж ты замолчала? Скажи, живем помаленьку, и то слава Богу. Так живем и скажи. Живем помаленьку, и то слава Богу. Доброе утро, Шурин. Как поживаешь? Да как мне поживать? Не мешало бы лучше. А ты, я вижу, нянькой заделался. Да, похоже на то. Тебя без девчонки не увидишь никогда. Неужели не можешь ее с матерью оставить? А у нее вся работа да уборка. Вот девочке ей не мешает. Ну, что будем пить, а? По кружечке пива мы с тобой заслужили. Дайте нам две кружки пива. Доброе утро, Гал. Доброе утро. Не в духе? Да, что-то сегодня не в духе. Оставим его в покое. А вы купили бы у меня чего-нибудь, господин Геншин? Игольничек лишены? Или гребешок красивый в волоса воткнуть? Жорж, официант, уже купил. Ну, успокой меня со своим товаром. Налейте ему кружку пива. Забавный мужичок. Откуда ты? Фабик из Квольсдорфа. Самый отъявленный негодяй во всей округе. У меня тоже цветочек из Квольсдорфа. А мы старые знакомые. Правда? Да. Вот она знает, кто я такой. Фабик, дай мне орешков сабря. А вот мы сейчас посмотрим. А может быть, что-нибудь и найдем, правда? Здесь? Нет. А здесь? Тоже нет. Нет, нет. А здесь? Есть. Эх, девочка, девочка. Видно, доля твоя такая. По трактирам-то сидеть, а? Раньше с дедушкой, а теперь вот с Геншелем. Скажи ему, знай свои тряпки. Обо мне и другие позаботятся. Так и скажи. Знай свои тряпки, обо мне и другие позаботятся. Я ни за что бы не поверил. Этот малый, иди туда. Этот малый глотает стекло, как ни в чем не бывал. Уйди отсюда. Фрейлин Франциско, дайте нам пиво на троих. Смотрите. О, мастер Геншель, и вы здесь. Здоров, Фабик.
Господин Жорж, а вы, наверное, умеете колдовать. С чего вы взяли? Да вы давеча исчезли отсюда, как молния. А я просто не хотел связываться, я, знаете ли, с Зибингаром не в ладах. А говорят, что вы свое получили, а? А тебе кажется, главный выигрыш выпал. Негодяй. А я и есть негодяй. Правда, ты у Нентвиха? А тебе какое дело? Ощетинился, что твой еж. Не дотронешься. Ты, говорят, скоро будешь здесь за хозяина. А мне об этом ничего не известно. Я так думал. Не помню, кто мне сказал? Ну, кто тебе сказал, тому, видно, во сне приснилось. Вот что, Гауфе, съездил бы ты в Ланцхут, там у меня новая пара для кареты стоит. Пригнал бы ты мне лошадей. Плевать, я на тебя хотел. Что ж, сиди себе, сколько твоей душе угодно. Не стану я больше о тебе печься. Ты о своих делах заботься. Ладно, ладно, Гауф, Бог с тобой. Угу. У тебя он в своем доме-то. Грязи довольно? Слушай, Гауф, ты ведь знаешь, я скандалить не люблю. Но если ты затеешь ссору, я тебя вышвырну отсюда вон. Не ссорится, не ссорится, не ссорится, господа. Не ссорится. Ты не хозяин. Ты не можешь меня выбрасывать. Ты здесь такой же гость, как и я. Гауф, я прошу вас. Да. Ты не можешь затыкать мне рот. Ни ты и ни твоя жена. Вы дома можете вытворять, что хотите, а меня не испугаете. Я прошу. Да. Пусти. Пусти. Ты что, задуши меня рот? Пусти. Ты не хозяин. Ты не имеешь права. Господа, оставьте его в покое. Он ведь почище, чем силач в балагане. Захочет и всех нас отсюда выставит. Старый дурак не дает посидеть спокойно. Получите нас. Лучше убраться отсюда. Чего доброго, сами вылетим. Господа, выпейте еще по кружечке. Ведь пока еще я здесь хозяин. Ты не имеешь права меня отсюда выбрасывать. Так будешь себя вести, когда встанешь за стойку, да начнешь здесь хозяйничать, то помяни мое слово. Немного у тебя будет гостей, Геншель Вильгельм. Такие гости пускай сидят себе дома. А выбирать не придется. Гауфа ведь тоже не фальшивыми деньгами платят. Во мне пусть чем угодно платят. Слушай, Шурин, ты оставь меня в покое с этой басней. Не нужна мне эта пивная.
Если бы я арендовать собирался, я об этом бы первый знал. Так вот, когда надумаю, тогда тебе и скажу. Тогда и советы будешь мне давать. А не понравится тебе ко мне ходить, сиди себе дома, Шурин. Пожалуй. И я пойду. Господин Геншель, дорогой, так не годится. Ведь это вы всех моих гостей разгоняете. Ну я тут при чем, если этот сейчас убежит? По мне, пускай торчит хоть до завтрашнего утра. Не имеешь ты права выгонять отсюда людей. Ты здесь не хозяин. Может быть, ты еще что-нибудь знаешь? Многое мы знаем, да только молчим. Вельмерский больше всех знает. Почему я? Почему я? Что вы знаете? Ну, говорите. Один знает одно, другой знает другое. А на поверку-то, выходит, все болтовня? Если б ты был прежний. Ты ведь не поймешь, что с тобой стряслось. Прежде ты вон какой был. Отовсюду люди приходили, Геншелю Вильгельму. И бывало, если он что скажет, это как закон, как аминь церкви. А теперь не знаешь, как с тобой говорить. Ближе к делу. Да ты и сам, небось, замечаешь. Прежде все тебе друзья были, а теперь ни одна душа к тебе не пойдет. Иной бы и хотел пойти. Да из-за жены твоей не пойдет. 20 лет Гауфа служил у вас верой и правдой, а пришелся и не по вкусу, ты его за шиворот и долой. Да что ж это такое? Она только мигнет, а ты в лепешку готов расшибиться. Взял бы лучше вожжу покрепче, да и вышиб из бабы дурь. Слушай, Шурин, если ты не замолчишь сию минуту, я тебя самого... вышвырну отсюда. Мастер Геншель, вы, главное, не волнуйтесь. Вы же видите, это невоспитанные люди. Что ж это ты можешь? Это на тебя похоже. Если кто тебе правду выложит, ты его за шиворот и долой. Зато такой паршивец, такая мразь, как этот Джордж. Может тебя обманывать сколько угодно. И днем, и ночью. Что ты сказал? Ну хорошо. Хорошо, ладно. Настоящий апрель. То солнце светит, то крупа с неба. Ладно. Мы еще с тобой поговорим. Мы на суде поговорим. До свидания, Шурин. Не взыщи. Ты останешься здесь, понятно? А зачем мне здесь оставаться? Не понимаю, зачем? Сейчас увидишь. Останься. Сбегайте. Подавите Ганну. Господин Геншель, дорогой, ради бога, не устраивайте здесь скандала. Мне только полиции в доме не хватало. Я вас всех убью. Ганну сюда! И минуту! Вильгельм. Не делай глупости, я ведь еще ничего не сказал. Ты останешься здесь, а Ганна придет сюда. А зачем мне здесь оставаться? Не понимаю, зачем? Я в твои дела не вмешивался, вмешиваться не желаю. Надо было раньше думать. А до остального мне дела нет. Ну, пусти, говорю, мне некогда. Мне ехать надо. Что тут случилось? Не знаю. Не знаю, господин Зибингар, что хочет господин Геншель.
Ганну ждем и больше ничего. Господин Зибингар, люди тихо, мирно сидели, пили пиво. Вдруг является господин Геншель и устраивает здесь скандал, словно он хозяин в доме. Ну, словно довольно, он... довольно. Геншель, что тут случилось? Я ни в чем не виноват, господин Зибингар, что так получилось. Вы знаете, я никогда не был скандалистом, вот теперь им стал. Все меня кусают, щипают. У меня сейчас такое. Про мою жену сказал. Так вот пусть докажет, что это правда, не то, упаси Бога. Ах, мало ли, что люди болтают. Доказательств! Доказательств! Не то, упаси Бога. Могу доказать. И докажу. Наверное, здесь и не найдется таких, которые знали бы об этом меньше моего. Твоя жена пошла по скользкой дорожке. Но спроси, кого хочешь. Пусть господин Зибингар по совести скажет. Подумайте, Вальтер, подумайте, что вы говорите. А он сам виноват, пускай не держит меня. А вам известно все не хуже, чем мне. В каких вы были с Геншелем отношениях, когда была жива его первая жена? Думаете, никто ничего не замечает? Вы ж теперь к нему в комнату никогда не заходите. А вот это наше с ним частное дело. И прошу никого не вмешиваться. А если вдруг жена умирает совсем здоровой, а через 8 недель еще и Густель, это тоже, по-вашему, частное дело? Что ты сказал? Ганну! Ганну сюда, сию минуту! Ты чего тут? Ты чего тут раскричался? Хорошо, что ты пришла. Вот он говорит. Болтовня дурацкая. Стой, никуда не уйдешь. Что у вас происходит тут? Что, перепились все? Из меня посмешище хотите сделать? Ганна, лучше останься. Он говорит... По мне пускай, вот он говорит, что хочет. Что ты меня кругом обманываешь. Что? Во всем обманываешь. Ну что, что, что? Что мы мою жену, его сестру. Это правда. Я? Ложь подлая. Вот. Вот. Слышите? Чтобы я... Моя жена, наша дочь. Мы вместе.
Пускай меня здесь лгуном не выставляет. Я всегда правду говорю. Геншель. Геншель, ты что там делаешь? Иди спать. Время ночное. Завтра опять не поднимешься. Опять будешь пластом лежать весь день, а во дворе он все кувырком пойдет. Ты что тут делаешь, а? Я... Ты чего ты сидишь, не говоришь ни с кем? На тучи смотрю. Новое дело. Так и рехнуться ничего не стоит. Покоя никакого нет. Ты что там видишь? Ну, скажи хоть слово. Они там. Наверху. Тебе снится? Фелькель. Ляг в постель, а? Выспись как следует. Там наверху тучи одни, там ничего больше. Иди спать. У кого глаза есть, того видно. Кто с ума спятил, там ничего путал нести. Я не спятил. Ну, я про это не говорю, но я говорю, что так вот и спятить ничего не стоит. Иди спать. Иди. А который час? Четверть второго. Иди. Это ты часы перевесила? Они же у двери висели. А что ты выдумываешь? Да где всегда висели, там и висят. Схожу-ка я в конюшню. Я тебе говорю, иди спать. Иди спать. Ночью спать надо, а то я вон людей позову. Иди спать. Анна, а где Густаль? Она в кроватке лежит, спит. Чего ты про нее беспокоишься? Я ее не обижу, не бойся. Нет, я не про Берту, я про свою дочь Густаль. Я не плачь, не плачь. Не плачь, не плачь. Плачем теперь не поможешь. Одному Богу известно, кто виноват. Не плачь. Мы оба, Бог и я, знаем, что ты не виновата. И нечего тебе плакать. Нечего. Идем спать. Идем. Идем, идем. Зачем запираешь? Зачем запираешь? Я не дам тебе меня запирать. Я не знаю. Не знаю, зачем я запер дверь. Тебе люди голову заморочили. Но ничего, они еще за это ответят. Я за девчонкой за твоей ходила, лучше, чем за своей. Она не от этого умерла. Но она слабенькая была, ты не хуже моего знаешь. Почему ж ты ко мне с расспросами пристаешь? Чего ты на меня смотришь так, как будто я не весь что над ней учинил? Может быть, оно и так. Ведь нет ничего невозможного. А
Знать бы мне это наперед. Я бы лучше по миру пошла. Я работы никогда не боялась, я уж как-нибудь доустроилась бы. А я хотела уйти. Кто меня тогда не пускал? Кто меня удержал в этом доме? Ты же не пускал меня. Вот мне теперь награда. Вот я расплачиваюсь теперь. Может быть, тебе и расплатиться надо. Ведь чему быть, того не миновать. Ничего не поделаешь. Зачем же запираешь? Шу, тихо, тихо. Ты слыхала? Слыхала? Вот. По коридору идет. К умывальнику подошла. Ты слышишь, нет? Слышишь плеск? Плеск. Вот стоит и умывается. Приедешь, Геншель. Вот же умывание. То-то меня не обманут, я это знаю. А кто знает, тот знает все. Больше я тебе ничего не скажу. Давай спать. Утро вечера мудренее. Старая треска кнутовище. Откуда оно взялось? Как оно попало сюда? Я его больше года не видел. Еще при жизни матери было куплено. Ты что-то хочешь сказать? Ну, хорошо. Но почему бы и нет? Конечно. Хорошо. Теперь я знаю, что мне надо делать. Я упираться не стану. Но и ты не обессудь. Господин Геншин. Что? Вы еще не спите? Вы плохо себя чувствуете? Вам не здоровится? Добрый вечер. Добрый вечер, да. Что-то у меня нет сна. Я даже не знаю, от чего это. Бог весть. Чего? А я вам вот что скажу, старина, ложитесь-ка вы в постель, а завтра пораньше я пошлю за врачом. Вам нужно серьезно заняться собой. Мне, наверное, никакой врач не поможет. Ну-ну-ну, не говорите. Доктор Рихтер мастер своего дела. Вон моя жена несколько недель страдала бессонницей, места себе не находила от головной боли. А в среду приняла порошок и теперь всю ночь спит, как убитая. Да, я тоже не против чего-нибудь принять. А что, ваша жена больна в самом деле? Так ведь все мы скверно себя чувствуем. Скорее бы уж понедельник миновал, а там Бог даст, опять все образуется.
Как вы в понедельник сдаете свои дела? Да, я надеюсь, что к понедельнику все закончу. Столько всякой возни с бумагами, что и прилечь-то некогда. Идите в постель, Геншель, идите в постель. У каждого своя беда, жизнь. Нелегкая штука, всем нам приходится думать, как с ней справиться. И если у вас невеселые мысли, то не принимайте их так близко к сердцу. Благодарю вас, господин Зибенгар. Благодарю. Желаю вам и вашей супруге здоровья. Не поминайте лихом. Так ведь мы же завтра с вами увидимся, Геншель. А благодарить вам меня не за что. Мы друг другу не раз услуги оказывали. Пока под одной крышей жили, кончилось наше соседство. Ничего тут не поделаешь, но мы были друзьями, и я надеюсь, друзьями останемся. В том-то и дело. Ведь время на месте не стоит. Раньше-то было другое. Я что-то не понимаю, о чем вы. Ну как вот вы? Вы вот уже 9 месяцев ни разу в эту комнату не заходили. Ну так забот у меня было много. А раньше вы с ними как раз и пришли бы. Нет, нет, нет. Вы правы, вы правы. Вы правы. Все кругом правы, хвастаться мне нечем. Пойдите отдохните, Геншель. Пойдите и отдохните. Давайте потолкуем, а? Давайте потолкуем. Поймите, я виноват. Я знаю, что я виноват. Но ведь еще до того, как я так поступил с женой, ну, до того, как я на Гане женился, ведь еще тогда все началось. Все уже под гору катилось. Было у меня клутовище. Китового уса сломалось, пополам переломилось. Потом я хорошо помню, собаку переехал. Лучшего пса у меня в жизни не было. Затем 3 лошади пали одна за одной. Добрый жеребец 300 талеров стоил. И вот, наконец, умирает жена. Я и раньше заметил, что все это неспроста. Ну, жену потерял, теперь, думаю, ну, нечего с меня взять. А он умудрился взять. А Густаль, я не говорю, жену потерял, с ребенком прощайся. Подставил он мне петлю. И я в нее и полез. Так кто же вам петлю-то подставил? А я не знаю. Может быть, дьявол, а может быть, кто другой? Но ведь только задушит он меня, это как пить дать. Навяжутся же такие мысли. Да нет, нет, я не перечу, я не перечу. Я скверным стал человеком. Но, может быть, я-то не виноват? В петлю попался. А может быть, виноват? Надо было бы мне быть начеку, дьявол-то похитрее меня, а я все напрямик шел. Геншель, а вот знаете, вы сами себе враг. Вы сами себе враг. Вы изводите себя какими-то призраками, какими-то дурными видениями. А ничего вам дьявол не сделал, и ни в какую петлю вы не попали. Никто не собирается вас душить. Все это вздор. Это вздор, это опасная игра воображения. Да. Что ж, посмотрим.
Время покажет. Ну, попробуйте мне объяснить что-нибудь толком. Видите, вам нечего сказать. Потому что никакой вы не скверный человек. И ни в чем вы не виноваты. Как? Ну, мне-то об этом лучше знать. Ну, тогда в чем вы виноваты? Здесь кровать стояла. Она на ней лежала. Я ей дал обещание, дал слово и не сдержал. Какое обещание? А вы же знаете, я дал слово и не устоял. Вот где погибель моя была. И она теперь ходит, ходит, и покоя ей нет. Вы говорите об умершей жене? О ней. Ей нет покоя в могиле. Я лошадей чищу. Она передо мной стоит. Я решето беру. Она сидит у двери и дожидается. Я в каморку иду. Хочу лечь в постель. Она уже лежит и смотрит на меня. Она... часы перевесила. Она в дверь стучит. Она в окно скребется. Она мне руку на грудь кладет, и я задыхаюсь. Вот какие дела-то. Да, этого словами не расскажешь. Это надо испытать. Я-то уж кое-что испытал. Вы можете мне поверить? Геншель, я вам в последний раз говорю. Возьмите себя по-настоящему в руки. Успокойтесь. Посоветуйтесь с врачом. Скажите себе, я болен. Я очень болен. Но только прогоните прочь эти призраки. Ведь это все видение. Это все больная фантазия. А вы раньше так говорили? Или что-то похожее? Да, вполне возможно. Я от своих слов не отказываюсь. Жениться? Вы имели полное право. Ни о каком грехе или вине не может быть и речи. Пойдемте ко мне, Геншель. Газ зажжем. В картишки перекинемся. Пиво выпьем или, может быть, что-нибудь покрепче. А через 2 часа рассветет, мы кофе попьем и кататься поедем. Вы станете прежним Геншелем. Черт побери. Да, это не дурно. Надо попробовать. Ну так пойдемте. Нет, я к вам не пойду. А вы что, и хвой за этой дурацкой историей? Ну, теперь же все выяснилось. А Гауфа я больше не пущу на порог. Старик действительно все время пьян. А сгоряча чего люди не сболтнут? В одно ухо вошло, другое вышло. Я всегда такого правила держусь. Что ж, может быть, вы и правы. Но к вам в пивную я не пойду. Разъезжать я еще больше буду. Не станут же они всюду со мной гоняться. Господа, может быть,
Пора спать, а что-то меня ко сну клонит. Геншель, а может быть, поднимемся ко мне? У меня еще свет горит, в конторе натоплено. Сыграли бы партию-другую втроем. Я уж едва ли сегодня лягу. Да, недурно, я давно не играл в карты. Ну, сходи, а. Сходи. Ты же все равно сегодня не уснешь. Я не пойду, понятно? Ну, тогда я уйду. Кто знает, что ты опять выкинешь среди ночи. Опять с ножом начнешь играть. Он вчера всю ночь ножа из рук не выпускал. Тут за свою жизнь страшно становится. Нет. К вам наверх я никогда не пойду. Сам мне первый совет дал. А когда я послушался, первый стал меня презирать. Никогда я вас, Геншель, не презирал. Вы кристально честный человек. Выбросьте же из головы всякие глупости. Судьба бывает жестока к людям. Да, приходится нести свой крест. Хоть и нелегко это. Вы больны. Что верно, то верно. Но вы остались порядочным человеком. Я ручаюсь за это головой. Ну, может быть, вы и правы. Но довольно об этом. Довольно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Вы ни в чем не виноваты. Я всегда себе это твержу. Шурина тоже винить нельзя. Она ко всем ходит, всем рассказывает, она и к брату верно заходила. Кто? Кто ходит? Люди об этой истории, что в пивной вышло, думать забыли. Никто не вспоминает о ней. А мне-то как ни верти, от этого не отделаться. Она знает, как ей действовать. Даже если люди мне ни слова не скажут и не бросятся на меня, как псы, мне от этого радости мало. Камни с души моей никто не снимет. Геншель, мы не уйдем отсюда, пока вы не выкинете весь этот вздор из головы. Вам необходимо успокоиться. Я спокоен. Я совершенно здоров. Да? Ну, хорошо. Тогда давайте говорить откровенно. Вы видите, что ваша жена раскаивается? Официанта и след простыл, теперь его поминай, как звали. Он вам никогда больше на глаза не попадется. Споткнуться каждый может, кто бы он ни был. Так протяните же друг другу руки, и дело с концом. Похороните то, что нужно похоронить, и просто-напросто помиритесь. Что ж, мне мириться нечего. Руку я, пожалуй, тебе могу дать. Я тебе не судья. Не, за грех твой пусть тебя Бог осудит. Вот насчет Густель, если бы знать наверняка. Ну, вот убейте меня на месте, чтоб мне живой не быть, если я твоей дочь Густель жизни лишу. Да, это на моей совести. Может быть, завтра, господа, поговорим, а? Еще много воды утечет, пока мы все переговорим. Затопите-ка вы печку, сварите себе кофе покрепче. Между мужем и женой всегда так. Без грозы какое супружество? Зато после грозы урожай лучше. Знаете, что вам надо? Вот сговоритесь-ка вы. И купите себе такую игрушечку. Старик ведь большой охотник до этой мелюзги.
мастер. Геншель Вильгельм. Такой богатырь, как вы. Да что может быть проще? Чтобы душа в покое, а тело в тепле. Спокойной вам ночи. Все переменится. Только духом не падать. В понедельник он уедет. Мы с тобой одни останемся. Кто уедет в понедельник? Господин Зибингар. Как-то при новом будет. Новый богат. Денег у тебя занимать не станет. Ганна, один из нас должен уступить. Либо ты, либо я. Да. Да-да, можешь глядеть на меня сколько угодно, иначе нельзя. Уйти мне. Ты меня прогнать решил. Это еще неизвестно кому. Может быть, мне, а может быть, тебе. Если мне, я знаю, тебе бояться нечего. С извозом ты справишься лучше любого мужчины. Только ты пойми, не от меня это зависит. Если кому-то надо уйти, уйду я. Лошади, подводы, домашние вещи – это твое. Тебе нельзя отцовское бросать. Уйду я, и дело с концом. Ну, это еще неизвестно кому. Чего тянуть? Что кончено, то кончено. А Берта? Что с девочкой станет? К Вальсдорфе, к отцу. Завтра все переменится, как говорит Зибингар. Завтра все в новом виде покажется. Ой, чем так жить? Лучше вовсе не жить. Ты что-то говоришь, я не понимаю. Ложись себе, оставь меня в покое.
А ты почему не ложишься? Светает уже. Фрау Гершель, что, успокоился ваш муж? Да, спать лег. Вильгельм, благодарите Бога и сами постарайтесь уснуть. Вильгельм. Вильгельм, отзови уже. Ты думаешь, я не знаю, что ты не спишь? Вильгельм. Вильгельм, не пугай меня. Вильгельм! Вильгельм! Фрау Геншу, что случилось? Я кричу, а он не отвечает. Там так тихо. Там что-то случилось. Что, вы с ума сошли? Что с вами? Геншель. 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 Возьмите ребенка и идите к моей жене. Что случилось? Узнаете, еще будет время. Что-нибудь сделал над собой. Врача? Нет.
поздно. Не поможет.